Усьмайский и Амкинский районы займутся совместным развитием сельского хозяйства, культуры и не только. На днях в Усьмае представители двух районов подписали соответствующее соглашение. Подробности далее. Усьмайский и Амкинский районы давно связывают не только соседские отношения. На протяжении многих лет мы являемся партнерами в экономических, сельскохозяйственных, социальных вопросах. Не в диковинку и родственные отношения между жителями двух улусов. Такое соглашение практически подписываем ежегодно. Ну и, конечно, такое сотрудничество с приходом дороги, я думаю, что она еще нас крепче свяжет. Амгинский и Усьмайский район, хотя сегодня можно сказать, что Амга и Усьма побратимы. Я думаю, что все вот эти тесные контакты в части по направлению, социально-экономического направления, что у нас будет еще больше связано с нашими соседями, с нашими друзьями, с Амгинским районом. Предметом соглашения стали обязательства районов по развитию сельского хозяйства, культуры и духовности, систем образования, здравоохранения, дорожного хозяйства и другие вопросы. Уже давно намечали это подписание соглашения с прошлого года еще. И как раз вот с потеплением погоды все делегации приехали. И очень рады. Наши улусы динамично развиваются. У нас большие планы по развитию и по реализации продукции. Мы планируем, что Усьмайский улус самый удобный для нас улус. Амгинцы побывали в краеведческом музее, организациях Усьмаи, ознакомились с историей района и работой учреждений. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров, НВК Саха, Усьмайский район.